Hello. Hello. Hi. Вот еще один супермаркет, это для вновь прибывших. Здесь можно недорого купить все необходимое для хозяйства, то, что нужно в быту, какие-то элементарные вещи. Очень дешево и хорошее качество. Что можете сказать про этот супермаркет? Супермагазин. Похож на Леруа Мерлен. Все необходимые хозтовары, все здесь находится и по очень хорошим ценам. Круто. И поехали. То есть это не Китай. Все, что я беру, мне все нравится. Я всем довольна. Ни разу меня ничто не подводило, не ломалось. Тут ждать, может, тебе не понравилось, пришел. Да. То есть попользовался, вообще, если даже что. Даже без слов, да. Да. Никто не будет проверять, вскрывать, экспертизу проводить. Там поцарапали, что ну, тебе не понравилось, скорее всего. Все. Ну там, естественно, конечно, сроки есть свои, там 2 недели. Нет. Ну там месяц. Месяц, да. Угу. Не дается. Спокойно. Поспал на матрасе. Стянул его, проколол когда... его, ну, издал даже его. Проколол. Да, ничего страшного. Ну, то есть, спокойно принимает. Отлично. Здесь за клиента очень переживают. Я переводила в рубли, но... мне казалось, это очень дорого, не могу такие деньги потратить, это за душ, там, это $15, это... А если судить, что день человек минимум здесь зарабатывает, за счет минимальной ставки это 8,25, ну, $60 примерно. Угу. Это большие деньги, то есть можно. Я уже потихонечку отвыкаю от рублей. Просто, да, по российским, конечно, меркам тут цены. Первое время вообще страшно в магазин было зайти. $3. Хлеб $3. Это сколько? Это 180... О, это 180 рублей хлеб. Это очень дорого. Да, а потом перестало. $3 на съемную квартиру. Здесь все в основном снимают. Все. Ну да, своего жилья практически никого нет. Здесь не парится. Здесь люди. Годами снимают. Всю жизнь снимают. А нет такой программы, что можно там со временем выкупить, например? Есть программа, называется она Section 8. Но это нужно уже, конечно, быть полноправным гражданином. Да. Она, программа дает возможность тебе оплачивать жилье. Ну, естественно, будет эконом-класса. 30% ты от него платишь, остальное выплачивает государство. Также с помощью этой программы можно жилье арендовать. Тоже уплачиваешь, получается, 30%. Ну, там есть свои лимиты, конечно. Как-нибудь после того, надеюсь, как все получится, можно будет заняться этим вопросом. Хотелось бы жилье. Все, кстати, в Америке так и есть. При покупке своего жилья государство оплачивает 40%. То есть сначала, допустим, покупать ты... Покупать за $100,000, 40 тысяч сюда что платишь. Круто. Очень хороший день, да. Это, ну, тоже, наверное, какой-то разовый шанс. Ну, вот. Ну да, да, типа, наверное, может какая-то помощь. Типа. Программа по Section 8 тоже разовая. Угу. Ну, неплохо даже и так. Ну, это вообще отлично. Если, опять-таки, сравнивать с нашим государством, да, то это просто... Даже не верится, что такие есть. Тут еще очень здорово, у них придумано с налогами. То есть ты целый год оплачиваешь налоги, а потом подаешь декларацию. И в своей декларации указываешь всех членов своей семьи, все прочие свои, так сказать, налоговые поблажки. И, как правило, налоговая возвращает, ну, приличную сумму, в общем-то. Люди обновляют себе машины. И я тоже.
Вон, цена машины 2200. Вот такой Lexus за $2200. Угу. Пылесосом внутри только и все. Вообще ни пыли, ни грязи, ни разводов никаких после дождей на лобовом, нигде вообще нет. А? Мы его ни разу не мыли еще как приехали. Ну, Паша сказал, тут как бы с грязью проблемы, ее тут нету. Вообще после дождя не нужно не просто чистить, но краска слезает, солнце палящее. Угу. Соль все-таки. Да, если не гаражное хранение, то вот так краска, можно прямо отколупать. Чуть ли не на свежих машинах. Да, да. На это никто даже не смотрит. Вот она вот. Uh-huh. Это, ну, не краска, это лак. Лак. Uh-huh. Краска остается, а вот а лак. Uh-huh. Ну и цена сразу из-за этого падает, конечно. Можно внутри хорошо, снаружи не очень, но зато цена будет сладкая. Uh-huh. А вот если так снимать, сколько стоит? Ну, где-то минимально здесь надо найти такие от $250. Uh-huh. $250 в неделю. Ну, так дорого, конечно. 40 долларов за правило за неделю. Катайся. Обычно свежие, да, продукты здесь? Да, здесь очень свежие, мне очень нравится. No, thanks. После 8 вечера